Выборы депутатов Мажилиса парламента и маслихата всех уровней прошли в полном соответствии с нормами Конституции, а также национального и международного выборного права. Об этом сегодня заявил и лидер партии Бирлек Серик Султангали. Он также поздравил Нурсултана Назарбаева с убедительной победой партии Нур Отан на выборах. Кроме того, свои поздравления Султангали передал руководителям партии Ак-Жол и КНПК. В Центральной избирательной комиссии были обеспечены равные возможности и условия для всех политических партий, принявших участие в выборах. Выборы придали стимулы дальнейшего развития партии. В перспективе она намерена совершенствоваться, расширять численный состав членов партии, повышать качество разрабатываемых нормативно-правовых документов и активизируя свою политическую деятельность.